привет, друзья, уважаемые зрители, слушатели моего канала, сайта. Сегодня в гостях у меня, как увидите, кто постоянно смотрит мой блог и мои ролики в Ютубе, видит, что в ближайшем Подмосковье. И у меня сегодня гость Максим, директор и разработчик очень интересных, а вы видите, что за нами уже стоит такая вот махина аппаратов. Это сноубайки, это то, что можно на чем по снегу ездить, но в чем уникальность-то есть же, они выпускаются многими фирмами, а они электрические. Вы, наверное, знаете, кто следит за мной давно, что я очень давно занимаюсь изучением различных альтернативных технологий, в том числе получения электричества, Газбрауна и там генератора Брада Адамса там, и прочие, ну, в общем, разные вещи, да. И у меня, просто мы еще не в курсе, вы не в курсе, резонансный генератор стоят там, который сверхъединицу косинус Фивера, вот единицу делает там, и гармоники убирает из сети, плюс сверхъединицу получает, то есть, например, находит 200 ватт, а на выходе там 400, грубо говоря. Это ребята из Беларуси делают, там даже это в Польше уже продают технологии, в другие, то есть, ну, это так, под сукном, потому что сами понимаете, сейчас нельзя особо, ну, так сказать. Да, но это вот то, на чем на Тесле основано, вот эти, на знаниях там. Вот это вот. То есть я изучал вот это все. А сейчас мы познакомились недавно. Вот Максим представит группу, которая занимается и разработкой, ну, сейчас подробнее сами расскажете, и внедрением технологий. Пока это пилотный проект, но уже. Вот я лично себе, я всегда проверяю все на себе, не на, ну, естественно. Поэтому я заказал этот аппарат. Сейчас я протестирую, покажу, как он ездит, но это уже будет в ролике смонтировано в Пушкинских горах. Будет отдельный видеоролик. Мы вам покажем интересные ссылочки по данным видео, посмотрите. Если вы, дорогие друзья, потом захотите себе для личного пользования, для бизнеса, потому что вы знаете, как вот есть на электро там велосипеды, электро какие-нибудь вот эти трехколесные в парках развлечений, на юге России, там везде, на этом люди деньги зарабатывают. Очень, причем хорошо на электротяге, это надежно, долговечно, экономично, природу не загрязняет. Ну а теперь появилась технология по снегу. Более того, не только по снегу, а еще по грязи, по лесным. Ну, вездеход, по сути. Вездеход, да. По сути, то есть на гусеничной тяге. Вот об этом сейчас мы попросим нашего гостя как раз рассказать. Ну, итак, Максим, да, добрый день еще раз уже, так сказать, перед нами. Да, вы расскажите, пожалуйста, тогда в начале. То есть, чем, ну, занимается компания, какие перспективные разработки, что вы планируете сделать? И, собственно говоря, что уже сейчас наши зрители могут заказывать, если захотят, уже сейчас. Да, здравствуйте, Юрий Андреевич, еще раз. Мы компания самарская, мы находимся в Самаре, да. И мы научно-исследовательская компания, то есть мы проводим различные неокры, коммерческие или там государственные, то есть разрабатываем и специализируемся именно на направлении гусеничной техники, то есть зимние какие-то виды транспорта, именно электрические, то есть не на ДВС. Мы до этого делали горнолыжное снаряжение различное, делали комплекты для мотоциклов, чтобы их в снегоход превращать, то есть там колеса снимаются, ставятся лыжи и гусеница. Вот, в принципе, в России тоже очень популярно становится, но как бы вот это направление нам кажется перспективным, поэтому мы хотим на него больше внимания переключать. Ну, я точно скажу, что это перспективно, да? Да, 100%. И вроде как ниша не занята, то есть нам это очень интересно, и у нас опыта есть, то есть мы еще помимо этого занимаемся электрическими велосипедами, и... Да, то есть у нас там опыта больше 3 лет, мы как бы достаточно хорошо делаем. Вот, то есть сейчас уже фактически клиенты могут заказывать электрический сноубайк вот такой с различными комплектациями, то есть различные там мощность двигателя, емкость аккумулятора, там можно с 2 двигателями, то есть различные варианты есть. А вот летом буквально стартуем научную работу по поводу разработки мотособаки. Ну, то есть есть такое понятие, в России очень... Ну, давайте расскажем нашим. Да. А почему любят, кстати? Потому что на сельской местности, да? Во-первых, сельская местность, во-вторых, территория очень большая, как бы зима продолжительная. Ага. То есть мотособака, ее можно сложить, ну, закатить на сани и сани положить в машину. То есть она очень компактно складывается, поэтому вроде как любят хорошо. Сани волокуши, которые... Волокуши, да. И они, в принципе, недорогие за счет того, что китайские вот эти вот двигатели Лифан ставят. То есть их как бы очень много пруд-прудей. А надежные? Сервисы. Ну, я не очень как бы пользователь вот таких мотособак, но вроде как народ пользуется. Не, а у вас будут хорошие двигатели, какие будут у вас ставить? Мы ставим тоже сейчас пока что китайские. У нас в процессе разработка своего двигателя электрического, который будет именно для гусеницы сделан. То есть сейчас мы берем там китайские, но хорошего качества. То есть мы по электровелосипедам с этими поставщиками достаточно давно работаем. То есть, ну, нареканий сильных не было. Там мелкие какие-то, может, косяки возникают, но это как бы
такие рабочие процессы достаточно. А так, вот сколько? 2 киловатт, какие сейчас двигатели? Сейчас пока мы ставим 1,3 киловатта и 2,2. А вот здесь у меня стоит? Здесь 2,2 киловатта, он позволяет до 32 километров в час разгоняться. Разгоняться. Причем да, какой угол подъема, например, можно залезть на него? Вот на такой шине, на такой, вернее, гусенице? Ну, смотрите, это, во-первых, сильно зависит от снега, то есть в рыхлом снегу, конечно, ему будет сложнее, но если по накатному, то мы тестировали где-то до 30 градусов угол. Это очень серьезно. Это такой, да, большой. Но это кратковременно, то есть если все 30 километров, конечно. Не, ну это понятно. Вот, да. И если угол больше, то просто мы рекомендуем, ну, змейкой подниматься. Ага, это, понятно, тоже. Понятно. Потому что у него гусеница узкая, то есть достаточно легко ехать вдоль склона. Кстати, а чем шире гусеница, тем легче ему подняться? В принципе, зацеп это больше, по идее. Единственное, двигателю труднее проехать. Труднее двигателю, да, то есть, соответственно... То есть, так на так выходит, грубо говоря. Да. И это сколько у меня шириной вот это стоит гусеница? 22 сантиметра гусеница. А еще можно сделать? Есть еще 28, чуть позже появится 26, но она будет чуть короче, и чуть позже еще 38. В этой гусенице, в принципе, если человек не очень там много весит, груза не очень много, этого достаточно вполне такой, да, ширины, как сейчас вот у меня? Ну, мы позиционируем так, что это примерно до 120 килограмм вот эта модель. То есть это там человек 90 килограмм, да, плюс всякое снаряжение. В общем, более чем достаточно для большинства наших зрителей. Теперь такой вопрос. Но зато преимущество узкой гусеницы в том, перед более широкой, в том, что зарядки хватит на дольшее количество километров, правильно, так сказать? Двигателю провернуть легче и путь, так сказать, уже. Теоретически, да, но будет зависеть от того, какой снег. Нет, это всегда зависит от того, да, какой снег. Уклоны, что... там, сколько подъемов, спусков. Да, понимаете, как бы еще момент такой, в России же очень много полос, и в каждом еще свое качество снега, то есть у нас в средней полосе немножко он такой поплотнее, а есть, например, на Дальнем Севере где-то там, он как пух становится. То есть, там легче. Ему, наоборот, сложнее, потому что он будет прокручивать больше. То есть, он не уплотняет, как бы. Ясно. Вот. Но мы пока не тестировали там, на северных территориях, не знаю. А в горах же тестировали? В горах, к сожалению, нет. Ну, то есть, вот у нас горнолыжный комплекс есть в округе Самары. Мы там катались, но там в основном тоже такой уплотненный достаточно снежок. То есть, там тропинки всякие. Скажите, а вот, допустим, да, значит, вот этого аккумулятора, какой он емкости у меня вот здесь сейчас стоит? Здесь сейчас стоит 23 ампер-часа. Литий-ионные, да? Литий-ионные аккумуляторы. И емкость, то есть, насколько хватает ее? Ну, теоретический расчет показывает, что 30 километров вот с такой мощностью двигателя, с такой гусеницей. Вот, но плюс-минус погрешность за счет перепадов, за счет качества снега. Ну, 20 снега. Точно. 20 точно, да. И вот я заказал, то есть меня просто пока здесь нет, а будет обязательно, вот здесь на раме сверху, вторая такая же батарея с тумблером-переключателем между батареями, ну, чтобы на одном табло все отражалось, и, так сказать, мы знали, вот проехали в одну сторону, а уже кончается электричество. Ну, да, я пока не кончилось, ну, почти не кончилось, до конца лучше литий-ионные не спускать батареи, это понятно, там чуть-чуть оставлять заряд. Производители ячеек рекомендуют, что нежелательно... В заряженном долго состоянии держать и в разряженном. А в заряженном тоже долго, чтобы не держать? Да, ну то есть, условно, если вы летом его не эксплуатируете, не надо его зарядить и оставить, ну, не забудь, потому что это тоже немножко плохо. А как так? Чуть-чуть где-то посередине заряд должен быть. А, то есть не полностью, да, заряд? Ну, это, так скажем, идеальное условие. То есть, конечно, если вы оставите, там, может, он не сильно повредится, но рекомендации такие есть. Вот, и тумблером переключаем, тогда ясно, что вот мы проехали, чем это удобно, вот в одну сторону сколько-то. Я точно знаю, что я обратно доеду, ну, переключиться на вторую батарею. Тем более, да, вот, это очень здорово, тогда открываются возможности от дома там на 20-25 километров спокойно ехать в каждую сторону. Ну, если не на машине его перевозить, а прямо от дома, куда человек за городом живет, предположим. Вот. Значит, тяговитая штука, если к нему, кстати, прицепить, да, сделать такой вот этот, можно и какие-то тоже детей, например, катать. Да, мы тестировали их с санями-волокушами, они есть разные размеры, и мы брали маленькие, туда рюкзак кидаешь, как бы. Вот, единственное, крепление надо такое шарнирное сделать, чтобы если вы сами как-то рулите, то сани не переворачивались. Ну, это можно сделать, да, если человек... Я думаю, что чуть позже мы прям такую опцию сделаем, что можно будет заказывать. Понял. Потом, можно сделать опцию, чтобы сделать сиденье, да? Да, сиденье тоже. Это уже можно, сейчас уже делаете, да? Можно, мы единственное пока выбираем варианты. Нас просят с амортизацией сделать, что вроде как, но мы думаем, что, может, и особо смысла нет, то есть надо протестировать разные варианты. Ну, с амортизацией, кстати, было бы неплохо, мне кажется, тоже, да. Кстати, рама алюминиевая, и, вернее, алюминиевый все, каркас, трубы все алюминиевые. Да, и шасси тоже алюминиевые. И шасси тоже. Поэтому он достаточно легкий, вот такой здоровый аппарат, вот в сборе, с аккумулятором, с...
гусеницей, ну, вот совсем, что есть, двигателем, но весь 40. 43 килограмма. Ну, я его спокойно поднимал, то есть это сейчас вот мы в сборе перенесли, я его один брал, то есть, ну, это немного. Но у нас как бы идея была, когда мы разрабатывали, чтобы сделать все компактным и легким, чтобы один человек поднимал спокойно. То есть, если, условно, вы где-то ехали, и там бревно какое-то лежит, ну, перетащили как бы. Ну, вот мы его будем как раз перевозить сейчас в этот, в Пушгорок себе, и я его даже в сборе, наверное, поставлю машину там. Вот. Ну, что можно рассказать про вот идею, вот у меня уже самого, я создаю вот, лесной заповедник такой, мне нужно будет там, это экологически чистое место, и я не хочу, чтобы там были двигатели внутреннего сгорания, то есть никакие, поэтому мы рассматриваем варианты на электротяге, я даже думал, знаете, как сейчас есть в сети, много можно найти роликов, где даже ГАЗ-66 переделывают на электро и так далее, и вот что-то типа этого. То есть ставится двигатель и большое количество батарей, там уже, ну, это тоже как вариант. Но если грузы средние и какие-то такие небольшие, но постоянно надо их тягать, ну там до тонны, скажем, то можно, я вот почему подумал, если сделать большую, одну или две таких гусеницы, да, нагрузить их площадкой и сзади типа вот колесная база какого-то прицепа, то вполне можно, я думаю, такое сделать. Я даже хочу попросить так разработать и себе я бы взял. Потому что мы это как раз для, вот, знаете, мешки там с землей, там саженцами горшки поставить, вот на платформу такую, ну, например, 1.5 на 2.5 метра, допустим, сзади такая, чтобы была, или там на 3, грубо говоря. Ну да. Вот, и чтобы он, ну, тонну примерно тянул. Для этого, если две гусеницы, как вы говорили, 38, да, или сколько там сантиметров? Ну, тут разные варианты могут быть. То есть они, сами гусеницы, фактически становятся автономными, и как вы их расположите, это уже зависит от рамы, которая сверху их соединяет. Да, да. И вот чтобы было удобно, можно было поворачивать вот ими двумя тогда. Да. Тут, смотрите, даже есть возможность, если две гусеницы, то можно сделать джойстик управления, чтобы они как танк управлялись отдельно, то есть, чтобы у них задний ход и разворот был. Но тут надо смотреть, насколько это как бы удобно. То есть, либо рулем поворачиваете, но тогда вам придется больше усилий прилагать. Ага. А либо просто джойстиком, и тогда они сами едут. Ну, я думаю, джойстиком, ну, человек научится-то легко и быстро, удобно это будет. Даже не то, что там гнать надо, там скорость низкая. Сложно, да. Вот. В общем, скорость надо сделать, чтобы, вот, чтобы он хорошо тянул в гору, низкие обороты. Ну, с электродвигателем это же не проблема, да? Можно сделать контроллер немножко другого вида ставить, и там будет переключение режима. То есть там вот три режима, то есть, условно, там на низких оборотах, и там скоростной какой-то. Вот. Причем, да, нас спросят, а сколько это вообще стоит? Потому что думаю, это может безумные деньги. Дорогие друзья, слушайте, ну вот. Этот аппарат, ну, там дороже, он за 200 тысяч, а вообще от 100 тысяч до 200 тысяч, да, примерно, средние. Да, ну, если мы не берем те индивидуальные проекты, когда надо вот огромные поставить гусеницы мощные, там, кстати, они будут 4,4 киловатта, да, такая гусеница одна будет? А, вообще, да, как бы считается, что если два двигателя, то мощность общая, то есть 2, ну, 4 киловатта, грубо говоря, киловатта. Если две гусеницы 8 киловатт, и если у нее такая площадь зацепа плюс нагрузка сверху, то я думаю, он тонну-то легко потянет, вот этот вот, который, как я предложил, две гусеницы сделать. Надо тестировать. Ну, это надо тестировать. Ну, нет, просто чисто теоретически. 8 киловатт – это очень мощная штука при низких оборотах. Да, да. С большим зацепом. Очень сильно будет зависеть от того, на чем стоит груз, во-первых. То есть, как он. То есть, если там колеса какие-то, может быть, ему проще будет тянуть. Если там колеса. На лыжах. Сзади, для летнего варианта, когда идут стройки в основном, понимаете? То есть, когда саженцы вот перевозить, еще что-то, то тут, ну, наоборот, колеса с высоким давлением, с низкой, вот, то есть узкие, ну, чтобы, понятно, зацепа меньше было, круглые, такие вот, типа, вот, значит, есть такие камеры, ну, то есть, ну, как на грузовики, просто вот на узкие есть такие, вот, пятно контакта меньше, так сказать, им проще протянуть. А зацеп весь у гусениц, вот считайте, 38 сантиметров, две такие гусеницы, и длиной там метр, да, или даже больше? Да, это метр, а 38, наверное, чуть подлиннее будет, метр 10. Метр, да, метр 10, два такие. То есть, это, считайте, два квадрата, слушайте, это получается, а, квадратный метр, грубо говоря, получается, площадь, пятно контакта постоянное. Ну, если две по 38, да? То да. Ну, почти метр получается. Но это будет достаточно. Вот, поэтому, смотрите, это не те цены, которые, так сказать, вот я, у меня у самого, вот я с электротехникой, кстати, давно, вот я вам расскажу такую историю. Я знал директора, президента компании PG Bikes, это немецкая компания, которая производит самые лучшие в мире, это без вариантов, там, ну, это просто даже смешно обсуждать, кто знает, что это такой велосипед, лучший в мире. У них есть там топовые модели, на которых наши и президенты и прочие, ну, из карбона, которые вообще ничего не весят. И скорость у них больше 100 км в час, ну, там ограничения стоят, но там они там 60 тысяч евро стоят, 60 с чем-то тысяч евро. А, которые модели такие вот, ну, для уже большего числа людей по карману, но они качественные, это где-то 6, 5,5, 6-7 тысяч евро.
Но там все до последнего болта сделано в Германии. Авиационный алюминий, толстый, ну, то есть с запасом прочности колоссально все сделано. Я из-за того, что я, в принципе, не ездил, продал человека недавно, меня ставил года три, я, в принципе, не понял. Батареи там, которые там, ну, гигантская емкость, конечно, красиво сделано все, но это, ну, и понятно, там и вложения какие-то, ну, и цена, которую надо отбивать. Я скажу вам так, дорогие друзья, что это, в принципе, внешне, ну, вы видите, об этом видео вам покажу все, красиво, нормально. Ну, конечно, может, не немцы, но, извините меня, и цена. И поэтому, как вот чисто утилитарное применение, и покататься для души, там, действительно, можно сделать за 100-150 тысяч очень хороший, покататься там с семьей. Да. Тем более, кстати, площадка сзади. Вот ее можно продлить, потому что гусеница еще на 20 сантиметров выступает, на 25. Mm-hmm. Если здесь сделать такую из алюминия рифленого, ну или там из... Да, просто дополнительное крепление. Крепление удлинить, тут можно сзади, и такую как ручку, стоечку, может, ну съемную. И ребенок может стоять, подержаться сзади, ехать или жена там, или кто там. Вот. Можно сделать спереди такой сиденьце для ребенка, например, тоже. Да, да, как да вот. Тоже клиенты спрашивали у нас, чтобы... Ну, на самокате обычно так катаются часто, то есть ребенка ставят перед собой, он держится за руль, а вы как бы... Без проблем, можно. Потом что еще можно? Можно сделать, например, сзади, как волокуша, и там уже, ну, как сани, да? Ведь можно же и сани сзади. Да, да, поставить. Ну, они есть просто волокуши, то есть как поддон такие сделаны, а есть просто сани, которые просто выжило так. Да. И тут как бы такая рама. Любые идеи, пожалуйста. Я вот очень рад, что в России появляются такие разработчики, потому что вот как узнал своего товарища, что вот такие люди есть, то я, конечно, мы сразу связались, и я говорю сразу, давайте, я всегда готов лично поддержать. Я думаю, наши зрители тоже. То есть, если вот кто-то, у кого-то вот у вас возникнут идеи, как вам лично это интересно могло бы быть, а как вы можете у себя применить? Вы дайте такое, ну, техзадание лично, или скажете, о, я хочу прям такой же. Или там, посмотрите видео, кстати, он резво бегает, вы сейчас вот видео когда посмотрите, оцените это. Шумно, экологично, кстати, можно использовать в тех местах курортных, где не за, ну, запрещены какие-то там загрязняющие. Да, в черте города фактически. Может, да, и, конечно, поэтому можно, вот кто-то для бизнеса захочет использовать. Пожалуйста, это огромные перспективы, по снегу такого еще нет у нас в России. Кстати, аналогов, правильно я понимаю, таких мощностей в мире нет, в принципе, или... А, знаете, как есть? Вот есть ребята, просто брали электрический мотоцикл и переделывали его на гусеницу, то есть, вот, как это модно. Ну, есть. Это... Вот, то есть, ну, непонятно, насколько это считать аналогом, потому что там уже фактически мотоцикл просто переделанный. Есть еще, очень часто нам сейчас ребята скидывают, что китайцы делают маленькие такие самокаты сзади гусеницы, спереди колесо. Но, но это не то, да? Да, немножко не то, там свои нюансы как бы есть. Это точно. В принципе, поскольку, смотрите, еще что мне нравится лично, тут все заменяемо, то есть ролики, подшипники, как копейки стоят, от, причем и это же стандартные, и как его, вот этот вот, гусеница, она стандартная. Гусеница — это российский производитель. То есть ее можно купить спокойно в России, да? И... Она как бы, может быть, не везде продается, но у нас, по крайней мере, мы в наличии стараемся держать, если что, можно. Ну, есть что у вас, можно. Да. Потом, амортизаторы вот эти, так сказать, вот, и прочие детали, это все наши, лыжи, да, это все... Ну, вот амортизаторы, единственное, не российские, а тоже, наверное, китайские, по-моему. А лыжи отечественного производителя, катки тоже отечественного производителя, то есть все это не дефицитно, оно вот в массовом ходу. Как бы мы... У нас идея была, когда мы разрабатывали так, чтобы не было какого-то дефицитной какой-то части, чтобы еще сломался, потом полгода лежит. Вот, вот, я про это говорю. То есть этого здесь найти можно без проблем, да, или у вас, или... Да, да. Так, ну, значит, вопрос тут фактически в чем? Вот в дополнительных каких-то опциях, батареи, то есть, если надо больше проехать, и по большому счету то, что человек хочет, вот для чего использовать, и он может вам просто написать, то есть, как он хочет. Такое техническое задание мы обычно формируем. А вы как бы посоветуете, допустим, даже там, да? Да, и еще, дорогие друзья, значит, я вот поскольку всегда за поддержку, и я надеюсь, вы тоже, а вот наших отечественных производителей, тем более в такой благородной тематики, как все-таки электрическая тяга и экологические, да, вот производства, то я вас тоже очень советую вам поддержать. Вот мой друг сразу заказал, мы хотим сделать такую, знаете,
для анализа рынка, вот ребята сейчас тоже будут собирать информацию, ну, чтобы как знать, как развивать производство, да, вам? Да, отсюда? Нам, конечно, надо понимать, то есть, что по факту, как клиенты будут пользоваться, вот. Потому что мы-то по-своему там фантазируем. Конечно, а люди, может, да. И вот от этого будет зависеть, как ребята смогут вкладывать средства, они же всегда ограничены, понятно, в развитие производства. Я вас очень прошу, если вам это интересно, делайте заказы. Кстати, что касается простимулировать вас как, мы вот подумали и сделаем скидку, кто вот от меня... В общем, вы мне присылаете на почту aravana@sapaka. Давайте так. Вот под данным видео, там есть почта моя, aravana@sapaka.bk.ru. Прям пишите. Сноубайк. В теме письма обязательно пишите. Хочу купить сноубайк. Заказать. Хочу заказать сноубайк. Изготовление сейчас примерно 2-3 недели. Да, пока что у нас не серийное производство, поэтому 2 недели, в зависимости, если все комплектующие вот есть. Ну, поэтому мы стараемся, недели, да, мы стараемся быстрее сделать, но все-таки очередь она как бы есть. Поэтому... Вот это зарядное устройство продается отдельно. И оно будет вам в подарок, если вы, соответственно, скажете, обратитесь, либо скажете, что вы от Фролова, либо вы мне напишите, а я уже просто мы перекинем ребятам ваше письмо, где вы сразу только напишите, чтобы переписок длинных не было. Вот вас интересует то-то, 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 например, там зимний вариант, летний, там, например, я хочу, чтобы вот впереди было это, сзади то, хочу две батареи, там, например, и вам тогда все рассчитают, соответственно. Вот будет вот эта вот дополнительная скидка, ну, будем считать от меня, от нас. Вот, и будет аналитика, я вот, например, потому что у меня лично очень много задумок, вот, чтобы я хотел видеть, но я об этом потом скажу. Я просто вот, у меня же хозяйство, и вот в них, я, понимаете, как заедет КамАЗ этот поганый, или что-то, а там, или даже вот маленький, я купил мини-трактор, да, mm-hmm. там, ну, такой блок, мотоблок, mm-hmm. но он китайский, но вот такой дорогой, хороший, у них есть мощные такие, дизельные. Mm-hmm. Блин, ну, все равно, понимаете, это, ну, уже это не экологически чисто, если высокие стандарты, как говорится, вот, применять, это неправильно, вот, ну, по крайней мере, для нас. Да. Mm-hmm. Нет, просто реакция такая, вот, наши зрители, это они в основном все веганы, сыроеды. И... Я тоже вегетарианец, то есть. Вот, да, ну вот... Ну, единственное, не сыроед пока еще, но... Понял, то есть вы в теме как, в курсе, да? Я стараюсь следить, пока только начинаю. Слушайте, а я не знал, надо же, как бывает, видите, я сейчас все больше и больше людей возвращаюсь, читал лекцию, для меня приглашал директор Philips, завода Philips в России, ну, директор в Петербурге. Я читал лекцию для менеджерского высшего состава, кстати, это будет лекция опубликована. Еду обратно, ну, потому что там надо было в Москву, тут как раз ярмарки наши веганские, и я еду на этой скорой поезд Сапсан, да, вот этот, вот, а сидит рядом человек, смотрит, ну, иностранец, он по-русски хорошо, все равно, оказывается, американец, и это подходит еду, мол, какую еду, ну, эти проводницы или кто там, как они там, она говорит, он говорит, только, а у вас вегетарианское, что это тоже, а потом мы с ним уже разговаривали, он говорит, слушай, сколько за 10 последних лет, тут раньше даже никто не знал в России, а сейчас просто, как в США, и как вот разницы нет. Ну, идет просвещение, идет, так сказать, этическая составляющая, разумеется, люди, это по разным причинам, но приходят к этому, как говорил один известный человек, очень простому, осознанному и прекрасному, так сказать, выбору, естественному человеку. Так, значит, отлично, тем проще... В плане еще неком таком духовном, может быть, нам будет между собой всем общаться. Но это здорово. Я вот что еще хочу спросить. Может быть, есть какие-то нюансы, которые вы сами бы хотели, обратившись к зрителям? Вот. Тут, смотрите, я бы хотел рассказать про аккумуляторы, потому что, давайте, в принципе, у всех людей в России есть понимание того, что аккумуляторы там, ну, вот, телефонами пользуются, на морозе быстро садится. А, да, да, да. Конечно, этот момент есть, то есть литий-ион, он как бы не для зимы в целом, да, изначально как бы сделан, но в средней полосе его можно применять до минус 20 вообще без проблем. Угу. То есть мы тестировали и даже там лабораторные всякие испытания проводили, до минус 20 практически просадки никакой нету. Угу. Если там минус 25, и вы оставили, например, просто его на улице, там покатались, кинули на сутки, оставили, просадка там 10-15% может быть. Но он просто потеряется. Да, он потом заряжается, но просто я имею в виду в моменте, что вы там, угу, если поехали и там где-то оставили, угу, надолго, то он просядет немножко. Но при минус 25. При минус 30 там, ну, будет минус 20% просадка. Но у нас как бы такая... такое мировоззрение в этом плане, что принес 30, как бы, и особо-то не поедешь, честно говоря. Ну да, а вот если так, допустим, человек, ведь она съемная, кстати, батарея, она достаточно просто, снизу откручиваются болты, да, и она так щелк ключиком, вот ключ есть, ну, он держит, как бы, ее, чтобы никто не снял, там, ну, или просто не упала по дороге,
ключ открутил, повернул, и она снимается легко, весь да, штатив. Да, буквально 20 секунд. И вот если вы в тепле ее дома уже держите, заряжаете, то даже на улице есть минус 30, просто поставить и поехать можно, да, без да, проблем. Да, ну, приехали, сняли и... Мы это для прокатов как раз и сделали, то есть вот. У нас в первой версии было так, что аккумулятор внутри гусеницы находится, и мы потом поняли, что это немножко это неудобно, да, надо наклонять, там, доставать. Это так, грязь. А для прокатов, и вот просто для такого личного пользования, то есть быстренько, хоп, сняли аккумулятор, занесли, вообще никаких. Причем, кстати, если вот снег уже подтаявший, с землей, все равно можно ездить, да? Да, конечно, то есть без проблем. Вот чуть позже мы хотим сделать, чтобы было такое крепление, чтобы колесики откидывали, то есть на лыжи прям вот, где крепление, будут колесики. Если вы ехали, например, выехали из леса, и вам надо через дорогу переехать, чтобы вы его не поднимали, а просто колеса откинули и проехали вот эту часть, где асфальт будет. Здорово. То есть гусеница-то без разницы. Вот это я прям... Но это чуть попозже появится, то есть не успели. Ладно, жалко, но у меня всегда... Да, и по аккумуляторам хотел сказать, да. что есть возможность, то есть вот мы там с военными, со всякими нефтяниками общались, а есть некоторые, кто хотят за поляре там буквально кататься, а там, сами знаете, мороз до минус 50. Может быть, в кожух какой-то там термо... Нет, смотрите, есть другой вариант, мы можем поставить литий-титанатный аккумулятор, а он позволяет эксплуатировать минус 45 вообще без потерь, и даже заряжать на улице прям можно, то есть его не да, надо даже в тепло заносить. Как он называется, литий? Литий-титанатный аккумулятор. Обалдеть. А срок жизни у них какой, в отличие от литий-ионных или литий-полимерных? По срокам вам не подскажу, скорее всего, поменьше. Но единственное, вот в том же типа размере ячейка 18650, она емкости сама по себе поменьше. И она, вот единственная сложность, она дороже раз где-то там в 4 и тяжелее в 4 раза. То есть аккумулятор тяжелее. Условно будет в 4 раза весить больше. Сейчас этот весит там... При том же объеме? Да, при том же объеме. Ну, то есть сам по себе вот такой вот материал. А вы не рассматривали вариант литий-железофосфатный? Потому что это самая передовая на данный момент. Правда, есть еще более, говорит, разрабатывают. Уже вообще там будет революция. То есть, ну, мне человек, я не знающий, говорю. Но уже то, что я знаю, я лет 6 назад уже знал, ну, 5 про литий-железофосфатный. Один завод в Китае, второй хотели в Новосибирске, по-моему, делать у нас. Не знаю, сделали и выпускают ли, но... Они чем хороши? Они легче в том же объеме. Они по 3, по-моему, этого набираются по 3 вольта. Там надо параллельно и последовательно. То есть можно любое подобрать. Там 2,8. Но в чем хороши? Там 20-30 тысяч зарядок-разрядок полных. То есть там ну, на порядок. Больше, да. И, так сказать, он легче. То есть, ну, долговечнее, скажем так. И это открывало возможность для городского транспорта, сумасшедшие возможности, для там на внедорожники ставить, там, ну, делать электро. Кстати, хотели на Дальнем Востоке, был в Востоке, мне человек рассказывал, Знано, Роснано, рассказал, что хотели там завод тоже по Land Cruiser и вот эти делать, ну, японские поставить, и как бы вот электро. Ну, пока вроде не, я был бы счастлив, но да. Я бы тоже с удовольствием себе уже купил электрический автомобиль. Да, потому, не, ну сейчас есть ребята тоже в России, которые делают, мы тоже, дорогие друзья, вас, если будет интересно, ознакомим скоро в такой технологии, говорят, прям три уже модели вот уже должны в этом году сделать, да, и это будет, причем, недорого, ну, относительно. Ну, то есть, это совершенно не там, европейский, понятно, ценник будет, то есть, как бы... Технологии очень быстро развиваются. Очень развиваются. Много всяких проектов. Вот я, почему, мне они очень интересны, потому что это, во-первых, экологично, и вот единственное, знаете, к чему надо стремиться в плане экологии? Что пусть это будет дороже, но обоснованно, но я объясню для чего. Чтобы это было долговечнее и надежнее все детали. Чтобы человек не выкинул потом и засорял природу. А вот максимально... Вот немцы чем хороши, вот то, что они... Они делают так, вот там, вот детали вечные. То есть, ну, практически все. Вот я у велосипеда пиджак, например. Блин, ну это настолько вот... Ну, шина, да, там, имеет срок службы или там, это все понятно. Надо на переработку отдавать. Но вот, чтобы металлы это были... Ну, качественный металл, там, покраска, там, чтобы возможность перекраски там была легкая, и каких-то, я не знаю, кожу более прочной, может быть, да, там, чтобы он там не ломался, не выкинуть потом. Вот батареи, чтобы максимально надежные были. Ну, вот стремиться к этому. Ну, мы, видите, как мы хотим сейчас, мы сами понимаем, что будет какой-то скачок будет. В аккумуляторах, и более того, будет еще скачок за аккумуляторами, двигатели начнут активно развиваться, да, потому да. что сейчас одно другое сдерживает. Правильно. И мы, как производители, вот чувствуем, что где-то находимся на грани вот этого, потому что графеновые варианты появляются в Китае уже на выставках. Вот. И фактически это что получается? Что у нас уже отработанная рама есть, конечно. Мы понимаем, как это все работает. И заменить ячейки внутри коробки аккумулятора вообще без проблем. Программатор, может, вот этот контроллер. Да, контроллер. То есть, как бы все это мы уже понимаем, как работает, куда это размещать, как это оптимально должно выглядеть. То есть, грубо говоря, вот у меня такой стоит сноубайк. И да. потом появились там, ну, год-два прошел, три, неважно.
новые аккумуляторы, новые возможности. Мы оставляем, вот у меня, мне не надо выкидывать. Да, аппарат. Об этом я и говорю. Вы просто все навешиваете вместо. Причем даже, может быть, в этом таком же размере чехла, ну, блока, скажем, для аккумулятора, будет большая емкость, возможно, чем та, которая сейчас, да, в принципе, поместится, в связи с технологиями, с развитием. Ну, я вам больше скажу, то есть мы... Вот велосипеды сделали 2 года назад, и вот эти ячейки 18650 были одной емкости, а сейчас приходит уже в том же размере емкость больше, вот. До того же типа. Вот. И, видимо, ну, китайцы лучше начинают делать. Конечно, есть, лучше. Есть такая корейская фирма, не будем называть, она, конечно, лучше китайских, ну, объективно, это самые дорогие электро... Как их правильно назвать? Самокаты. Назовем так вот там, да, но не будем пока называть. Я потом, дорогие друзья, сделаю тоже сюжет на эту тему. Я уже купил такой, мы будем тоже сотрудничать с одной компанией, которая производит в Корее. Суть в чем? Это платформа, где уже все запаяно герметично, то есть там батарея очень мощная, литий-ионная, там, да, значит, там 2 двигателя в каждом колесе, там по 2 киловатта. Там полный, причем по 2, там это поражается. Там, вот я к чему говорю, там уже меньшие моторы, но такой мощности. То есть уже, ну они дорогие, то есть как бы понятно. Да, все зависит от цены. Но это чудо, до 85 км скорости. Это, конечно, не надо, там ограничители стоят, и надо ставить, особенно детям, если ты разобьешься просто. Но сама возможность быстрых разгонов, если, так сказать, где-то обогнать там, как вот говорят, почему машина у некоторых вот, хороша, что скорость, не то чтобы гонять, а чтобы в критической ситуации быстро обойти. Запас. Это да, это разумно. Вот для этого примерно и там. Тоже амортизаторы, там это, там, даже вот площадка стоишь, а там такая, как там, ждачка. Надо, да, чтобы не подсказать, там компьютер, конечно, уж такой, ну, более. Вот. Ну, вот в этом направлении, то есть главный базис есть, а это вопрос только вот этих двигателей и аккумуляторов, по сути, да? Да, то есть это такое немножко пока ограничение, но это вопрос решаемый, то есть мы над этим, по крайней мере, работаем. Да, потому что, в принципе, как бы можно, конечно, облегчить. Для самокатов, или вернее, сноубайков, вот эти там лишних 3 килограмма, это вообще ни о чем. Ну, то есть в плане там 3-5 килограмма. Да. И поэтому здесь уже рама, поскольку тут уже, ну я понимаю, что можно из титана сделать, тогда будет она легче, но, понятно, гораздо дороже, да? То есть, как... Сильно гораздо сильно, дороже. Сильно, да, гораздо? Не, вообще в России есть ребята, кто велосипеды титановые делают, мы там с ними немножко как-то пытаемся сотрудничать. А может, кстати, подумать, если это хочет из титана? Там, вообще, если там... есть желание, мы хотим, конечно, поэкспериментировать, но за свои... Не за свой счет, да. А, сложно, как бы. А это же тоже можно лыжу из титана сделать? Лыжу... Да, лыжа, кстати, не очень много весит пластика. Она просто морозостойкая. Это фактически считается расходником. То есть вы катаетесь, все равно она стирается. Ее лучше. Но она и недорогая, да? Она недорогая, там буквально. Там. Ну, она, накладка стоит там 2000. А лыжи там чуть подороже. Вот. А так вот, если сделать все титан, будет, во-первых, легче, значит, больше пройдет он на одной зарядке, ну, в принципе, да, как бы, да, при равных прочих. Ну и, конечно, вечный, то есть, ну, в плане корпуса. Неубиваемый. Вот, да, потому что у нас была, кстати, кто не знает, подводная лодка. Единственная, и уже на всю жизнь, я думаю, единственная останется в мире, в СССР, титановая, 60-е годы ее сделали. 1500 институтов и заводов на нее работало. Сейчас просто никто, ни Америка, не под силу финансово это сделать, даже Америка. Вот, она производила фурор, там под... вышла как-то по флот американский, она под ними, там скорость была, как торпеды не летают. То есть у нее даже сгорела вся эта краска, ее, ну, от воды, от давления, от скорости, от трения воды. Они обалдели, что все, конец им сейчас придет. Был такой случай. Это вот, и она опускалась 600 или 800 метров. То есть, ну, сейчас понятно, там это нереально, ни одной подводной лодки. Ну, как батискафы почти. Поэтому ее достать тоже нереально было. У нас делали все. Вот. Но титан чем хорош, что, конечно, он вечный. То есть, это вот, у меня, кстати, титановый инструмент садовый. Тут тяпки, грабли, там, да, ну, лопаты. Ну, в Рыбинске делают, например, много марок титана. Вот, и делают разные инструменты. Вот. Ну, что я хочу сказать? Ну, например, вот я очень рад, я теперь просто видео-то я смотрел, но сам еще только попробую. Ну, это понятно и так, как это будет работать, но я вам покажу. А я в завершении, если вы что-то хотите сказать, скажите, а потом я, наверное, завершу. Рады, что люди есть в России, которые заинтересованы в таких новых продуктах, потому что... Все-таки мы начинающая компания, пока еще не очень большая, конечно, поддержка людей, в том числе вот, информационная, очень сильно нам помогает. И самое главное, это то, что действительно мы в нужном направлении двигаемся, что мы не делаем там какие-то с прошлого века технологии, да, условно. То есть, и главное, что нам это мне нравится, вы открыты для каких-то вот тех идей, подсказок, ну они объективны, которые... Нам самим интересно, то есть мы как бы этим живем, сами катаемся и...
Поэтому для нас любая возможность как-то поэкспериментировать, это нам наоборот. То есть мы не отказываемся, а наоборот стараемся вытянуть из человека, да. Давайте что-нибудь еще вот. Сделаем. Я вот, например, для себя вот прокат. У меня вот эко-отель Пушкинские горы, кстати, приглашаю приезжать, кто еще не в курсе, это ну, Михайловское село. Просто можно от нас прям раз и по всем Тригорское имение прям проехаться. Туда спокойно пустят, все без проблем. Там в Михайловское, в Петровское круг сделать, приехать. Вот мы будем, так у нас прокат, летом будет это электро, вот эти... Как они там, значит, ну там трехколесные, двухколесные, для кто не умеет, ну кто-то там тяжело на этом стоять, нас вот. А зимой будут вот эти сноубайки, и это, во-первых, я сам, опять-таки, жена, хотя она говорит, надо пешком, ну надо, надо, но это-то другие возможности, тут-то больше проедешь, и ты, может, не побываешь в тех местах, так вот, когда ты там, только мечтают люди на лыжах, я понимаю, мастер спорта, как может, там это, и он, да, тут не будем говорить об этом, но опять-таки... А кто-то постоянно здоровье, а кто-то просто хочет там, там так, наслаждение получить, расслабиться. Поэтому это перспективно, а к тому же в хозяйстве, вот то, что утилитарное применение, о чем я говорю, за собой какую-то там сани, там с чем-то там, а летом волокуши и вот это вот гусеничный ход летнего варианта исполнения, ну, то есть, по сути, мини-трактор такие получаются, тягачи. Вот это для меня, я, например, очень за это, причем надо делать так сразу, поскольку там уже не ограничен, но объем, как здесь, да, там, то нужно вот между вот этим корпусом или, скажем, рамой, где будут узел двух гусениц, вот этот, ставить большой чехол сразу, такой, чтобы туда можно было увеличивать количество аккумуляторных батарей, делать модули тумблеры, которые можно сразу заряжать, или поочередно, и просто переключая, когда там, ну, на две части разделить туда и обратно. Да, вот я об этом. А это, кстати, удобно, человеческий фактор снизится. Когда, причем надо, чтобы, когда вот заряд, ну, не полностью разрядился в ночь, чтобы человек заснул, или там, а он разрядится там, да, а что-то пищало, например, запищит или мигать будет, чтобы он знал, ага, осталось там 10% аккумулятора, ну-ка я его выключу, переключу другую пару, например, да. Ну, как вариант, этом тоже. Да. Конечно, да. Это надо, потому что человеческий фактор, надо его исключить максимально. Вот это вот очень важно. И все в чехле вот непроницаемым, понятно, таком герметичном вот это сделать. Вот там-то уже, как говорится, есть куда это разместить. Вот это вот мой совет, я вот даже себе, который буду сейчас заказывать, такой вот у вас тоже, значит, хочу. Дорогие друзья, ну а я в завершение что хочу сказать. Мы, я думаю, конечно же, теперь не раз с Максимом еще встретимся, потому что начнется новый сезон. Сейчас вот весна, но снег еще полный лежит, еще падает. У нас, а где-то в регионах еще 2-3 месяца будет снег, это понятно, а где-то в горах там и... Остается, да. Но, тем не менее, вы, как бы сказать, я хочу вас попросить тоже поддержать. Вот я со своей стороны, мои там знакомые, обязательно это сделаем, вот. А наша вот большая аудитория моя, да, я думаю, для вас, для людей, кто живет где-то в экопоселениях, или просто дачный загородный дом, или что-то, так сказать, вот выезжать как на прогулки и возможный отдых такой, то поддержите лучше отечественного производителя, поддержите экологически чистые разработки, и, ну а к вам отношения, соответственно, индивидуальные, понимаете? То есть, особенно в начале пути, это вообще сказка. Тем более, все узлы меняемые, это не то, что там потом выкинул, не знаешь, что делать, или за границу купил, а что потом, да, там мука и морока. Вот, поэтому, итак, пишите мне на почту, пока давайте так, а я уже буду связывать напрямую вас, то есть aravana@bk.ru. Под данным видео нажмите слово «Еще», откроются ссылочки, то, что я рекомендую посмотреть, и там будут фото, вот это вот аннотации, ну, то есть все, и плюс видеоролики, ссылочки, которые прям я рекомендую, мы рекомендуем вам посмотреть. А плюс как раз куда написать письмо. Итак, в теме письма пишите, что хочу приобрести, заказать там сноубайк. Там, в тексте письма пишите поподробнее. Ну, кратко, но подробно, чтобы понятно было. То есть, что именно, что вы хотите дополнительно, что я хочу вот такое, или образно пишите. Свои контакты обратно, обязательно телефон. Ну, почта электронная, понятно, будет автоматически. Телефон контактный, город свой, где вы, откуда, что. И когда вы хотите примерно это приобрести, да? Мы связываем, процесс пошел. Ну, наверное, все тогда, да, на этот раз. Спасибо. Ну, тогда до свидания. До новых встреч.